Я читаю книгу Исход, главу 11. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской и в глазах рабов фараоновых, и в глазах народа. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало, и какого более не будет. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, чтобы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все эти чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей».